От убийства ближайших родственников до проигрыша почти миллиарда тенге чужих денег. Замминистра внутренних дел сегодня поделился с депутатами шокирующими фактами о людях, которые находятся в зависимости от азартных игр. Один гражданин 940 миллионов подотчетных своей организации перевел вот на эти вещи. Есть такие убийства, серьезные резонансы. Вот в Астане, вы помните, когда жена спала, он взял ночью ее телефон, начал перечислять деньги. Она проснулась, он убил ее и ее тетю. Если в прошлом году любители азартных игр совершили 300 преступлений, то в нынешнем уже 16. Проект закона по борьбе с игровой зависимостью сегодня вновь обсуждали в Мажилисе. По словам экспертов, во многих странах лудоманию уже приравнивают к психическому расстройству. По оценкам, ей может страдать больше 400 тысяч казахстанцев. Напомню, ранее в Казахстане предложили зарегистрировать лудоманию как официальную болезнь.